Казачий ход. Идет. Только вперед. Лето. Ах, лето. Читаю ваши комментарии на мое видео последнее, где я рассказываю, какой вред осознанно или неосознанно наносится людьми, к которым мы обращаемся. Например, так, еще разок пройдемся. Никто из зубников мне не сказал, что если зуб вырвать внизу, вверху, где-то ближе к крестцам, то есть ближе не к жевательной поверхности, а к лицевой, то зубы приходят в движение, начинают двигаться. То так они как-то друг друга держат на местах, а когда одного нет, то начинается движняк. Просто-напросто движняк, который ведет к тому, что даже здоровые зубы начинают давить на свои же, смещают их. И как у меня вышло, вытесняют их. Получается здоровый зуб лишним. На нижней челюсти у меня вот это произошло такое, что они выдавили этот зуб, он стал посередине, вылез в полтора раза выше, стал там держаться на корешке, шататься, и так его легко раз и выгнали. Это говорит о том, что если удаляется зуб по тем или иным причинам, значит, необходимо просто человеку сообщить об этом феномене, и пусть он дальше думает. Делаем, значит, что там, мост, либо жди через несколько лет, обычно там годика два. Долго даже ты не надо ждать. Лично у меня так произошло. Жди, когда зубы сами себя, вернее, какой-то из самих себя вытеснят. И, кстати, это может не просто там один вытеснили, а может и дальнейшее пойти. То есть никто, вот каждый из нас обращается к врачам, стоматологам, обычно там, начиная с определенного возраста, это бывает раз в год уж точно. Никто ничего не сказал. Вот вам либо квалификация, либо добросовестность. Приобрел я бобровую струю. Ну, я уже о ней давно так подсчитывал. Думаю, опробую это чудо-средство.
посмотрел там блогеров-охотников, что там они предлагают, что рассказывают. И рассказывается, вот сколько их посмотрел, все что угодно, да, как приготовить настойку, как там вырезать, как там поймать бобра. Говорится, что это целебная штука. А вот как она образуется? Никто ничего не сказал. Вот струя бобра. Струя бобра — это железы, которыми он лечится. А дальше не хватает знаний, или они считают, что этого и достаточно, она целебная. И все, применяйте. Что, чего, как образуется? Ноль информации. А я об этом уже рассказывал. И здесь рассказывать не буду, потому что там, в одном из видосов, я очень обстоятельно это все рассказал. Кому заинтересует, ищите. Вот. В основном, опять-таки я повторяюсь, идет какая-то замануха. Она буквально так и режет слух. Я слушаю радио Монте-Карло. Включаю, и перед тем, как включится Монте-Карло, идет такая агрессивная реклама. Вот за 5 дней там на продуктах питания вы используете диету, которая по своей эффективности такая же, как голодание. И эта диета позволит сбросить вам килограммы, позволит омолодиться. Но так как я голодал 5 дней и не раз, то я как-то знаю, что может сделать голодание. Не говорю уже о диетах. Ничего из того, что там омолодиться. В первую очередь омолодиться. Ничего не получится. Сбросить вес, но вес можно сбросить. А потом его набрать. Доброго здоровья. И вам доброго. Вот, ну, что-то такого ждать, что там они говорят уже 1000 там в Инстаграме. В Инстаграме прошло. Прошло и получило супер-дупер результаты. Но нету этого. Вот просто нету и все. Замануха наглая, откровенно наглая, для того, чтобы вот сюда, здесь. Ну, что сказать. Возможно, большинство из нас прошло этот путь от того, что повелись на обещание там накачаться, стать сильнее, еще чего-то. А уже пробовали. Опробовали, пройдя через это, и убедились. Но огромное количество людей
наивно полагают, что какой-то там один рецептик сделает там чудо. Я должен сказать, что, конечно, есть такие вещи, которые делают действительно чудеса. Но это такое бывает исключение из правила. А в основном, что там, я не знаю, кто там делал, получил какие-то осложнения, и потом долго из них выходил. Вот иду и думаю, а что я вам рассказываю? У вас же своя должна быть голова на плечах. Как-то вы должны рассуждать. А то некоторые говорят, ну вот ты что-то тут официальную медицину не любишь. А, как говорится, за что ее любить, когда она человека не любит? Я уже так в том видосе, да и ранее, затронул. Затронул тему того, что там одно и то же лечение можно сделать по-разному. И при этом в одном случае там получить какие-то осложнения от этого лечения, а в другом случае все намного проще и намного эффективнее. Опять-таки, рассказ сестры о лечении племянника от бородавок. Возникли бородавки в школе, да такие классные, здоровые, знаете, как горох такой величины. Естественно, ребенок стал стесняться. Вот, ну, надо же выводить к врачу. Пойдем. Вот, врач, да, а там сейчас мы. Какую там чистотел. Какая-то там едкая белая жидкость. Я тоже ради эксперимента попробовал. И жена моя говорит, ё-моё, с такую дырку вывела, что нет бородавки, а тут уже от этой язвы, которую выел этот чистотел, болела. Ну вот, на эти бородавки только раз этим чистотелом. Бородавки большие. Значит, что там вышло? Вышло так, что бородавки остались, а кожу пожигало. То есть они там с одного места на другое удрали. Бородавки, бородулечки. Вот. А язвы от этих химических ожогов, они остались. То есть руки стали изуродованными у ребенка. У него вообще то был от бородавок комплекс такой, стеснение. А тут еще они такие стали в язвах с теми же бородавками. Ё-моё, кошмар. Кошмар. Вот так вот посоветую. Вот этих вот докторов с научной точки зрения. Вот такой эффект ноль. Ну и далее. К
сведению бородавок. Сводятся они с помощью заговора и таких нехитрых манипуляций. Я об этом также подробно в видосе рассказывал, поэтому повторяться не буду. И вот она говорит, раз-раз сделай. Бородавки держались какое-то время. А потом только вот они, допустим, вечером были. А на следующее утро только хоп, а их нету. Вот вам сила правильного подхода. И так во многих вещах. Вот, поэтому, так сказать, мораль подобьем. Итог сказанному. Прежде чем за что-либо браться, вы как-то эту проблему изучите. С разных точек зрения, с разных самых-самых. А потом уже берите ответственность на себя и делайте. Классно поет птичка.